А это может быть из-за того, что я поменял битрейт? Что за битрейт? Как это, блядь? В GameRanger же есть настройка. Скорость передачи данных между пользователями в локальном хосте. Ты туннель какой-то проводишь? Тип. Честно говоря, я в охуе, как ты это делаешь? Там есть настройки подключения конкретно. И стандартно у меня там стояло, не помню, 254 в секунду, что-то такое. Я до 1 мегабайта сделал. Мегабит-то. Наверное, если ничего не трогать игроку за алинов, то легче намного выигрывать. Они ж в тупую идут и атакуют. Самое главное — это территория, это ключевые точки. Я же могу механических войнов над спами попробовать в этой игре. Похи. А, ну да. Интересно, получится выиграть, если одному за всех трех винчи играть? Это странная хуйня, блять. Че, он не заспавнилась или чё? Кто-кто? А, вот. Пай. Ну, стекло, конечно, позади этих зданий напоминает кое о чем. О том, что там могут вылупиться темные алины. Но они там не могут вылупиться. Прикинь, если бы вылупились. Я бы охуел. Сегодня оформим. А ты не считал, сколько пауков у тебя и драконов? Так периодичный спам у нас. Пошли.
Разведчика надо посмотреть. Да. Я думаю, переработку поначалу бессмысленно делать. Потому что все равно потери слабые. У кого? В начале. Переработка, она за потери. А мне она еще за убийство дает монетки. Так, сейчас главное не проебаться с размещением района. Так. Ах ты ж, сука, ебаный. Ну ты пизда, прижёг. Че ебать я буду. Это ты его выкупил сразу, да? В смысле, я думал. Ну вот только я подошел, выкупил, или он уже выкупленный был? Уже был. А синий также этот Одя, да? Идеальное сочетание. Идеальный баланс. Не понял. Джакан, ты куда решил пойти, мудак? Странно, что пиздец, ну ладно. Чё там у вас? Все охуенно. Все хуйня, давай по новой. Теряться в собственных караванах, понимаю, блядь. Шиза прогрессирует. Слева идет, видишь? Угу. Че это было, блять? Я тоже не понял. У меня просто пропал юнит. А какой герой? Нет. Странно. Помянем.
Настройте телескоп. Вот это зеленый. Ларкс, вот гляди, о чем я говорил. Только ты не в ту сторону воюешь. Куда захотелось, туда повоевал. Так, ну не все с твоей стороны. Думаю. Не умею думать. Ха! Полностью. У меня ресурсов их нет. Ну ладно, развивайся. Чуть города не выкупим, 100 голдов на копейки стоит. 200 голды, а у меня 190. Охуеть. Сейчас еще придет один караван, буду выкупать. 180. Когда не хватает. Безумие поглотит вас. Начинается пиздец, да? Наведи ее, телескопчик. Ты че он, блядь, у меня сразу в ту сторону, сука, смотрит, ебанутый. А, можно рисовать что-то? Ох, блядь. Ой, ребята. Ой, ребят. Показываю. Я вижу. Там еще непонятно, что справа. Да нет, судя по всему, все у меня. Ну, судя по всему, времени у тебя немного, так что... Ледяная скорбь жаждет крови. Ну, еще не любится. Нахуй. Ёбни голема тут. Рано. А чё рано? Спускаю вот когда шутится. У вас есть у кого-нибудь это, F9? Чё такое F9? Чё это? Ну. Чё? Ну, F9. Чё за F9? Промышленное уничтожение. А, ну. Блять, я, сука, всё время забываю обстоятельства у нас. Хе-хе, мистер. Ну, решай. Слабо я ему пехоту потоптал, если честно. У кого? Чёрная предница. У тебя эти. Да. Подвою на создание. Вот ты ёбан, блядь, впервые такая хуйня. Спастись от этой хуйни может только одним способом. Башню натыкать. Нет. Тимони не скинь. Сколько можешь. Все. Охуеть, блядь, я в ахуе просто. Че, две сотки скинул, поди, да? Примерно. Одну. От этой хуйни спастись нельзя.
Чё у него за шиза там? Идите скользко на свой фланг. Ой, сейчас бригадир будет. У меня слишком дохуя войск, блядь. Я тут. Сейчас пойдет, слышь. Ой, батя, охуенно я застрою. Что их мало, слышишь? Мне правый фланг нужен, телескоп, блять. Блять. А, можешь уводить отсюда войска, ты что их держишь? Они не вмещаются в одну группу. А. Ну тогда подведи чуть вперед. Застроим, что это за хуйня, блять? Проходной двор, ебаный рот, заходить. Ну, да. Я туда этот просто пихну сейчас. Ну типа у тебя осталось, да у тебя нихуя не осталось времени. Блять, куда нахуй? Мне просто торговый район надо куда-то впихнуть, а у меня зеленый есть. Мне телескоп нужен, у тебя войска стоят вот здесь. Да в душе не будь, что там у тебя на фланге происходит. У меня все хорошо. Я про это. Не отказался бы от 400 тимония. Ты охуел, что? Есть такое. Да, я центр так застроил, что просто охуеть. Скиньте мне весь тимоний сейчас, что есть у вас. И голду. Все, все, скиньте мне. Ты жадный. Все, ну у тебя ничего нет. Мне бы тут горд выкупить. По приколу хотя бы. И казарму грейдануть. Отводи войска на моем фланге. Еще сутка тебе. Все, вам надо. Поздно. Стан, давай зеленый стан. А расконтроль, пожалуйста. Понял. Стан. Стан можно, пожалуйста? Убить все это нахуй. Есть промышленные? А. Сука, и контроля больше никакого нет. Ну ты не закрыл, блядь, ты нихуя проход. Прикольная, блядь, тактика на спамить себе этих скорпионов, хуйонов и... А чё так? Они же не могут пройти, блядь, все застройки полностью. Куда они ебени, блядь?
Они по ебени не захватывают все. У тебя там какая-то хуйня стоит. Стадаль взять хочет. Да, хочет. Если у тебя много войск, можешь отводить их от моего фланга. Нормально. Видишь? Чё вижу? Отлично. Бери эту хуйню в тылу, блядь. Кое. Которую ты пропустил. А можно узнать, почему стеклянные тюрьмы не атакуют? Не атакуют, не это мои, наверное. Да не, он атакует. Нет, автоматически типа они не атакуют. Автоматически нет. Да, yes. Сделай чем-нибудь, убери эту хуйню с тыла, блядь. Ладно, у меня есть... все войска на этом. Я тебе деньги скинул. Да мне не центр держать надо, я вообще в соло держать не должен. Ну, в целом, если эту хуйню в тылу убрать, то это видно. Убрать ее несложно. Там-то хуйня осталась. Блять, рутокопы, рутокопы, рутокопы. Ну, красиво, нахуй. Простите, а сколько у него хп? 12 тысяч. Понял. Всего хорошего, хочу отлететь. Ой, батя, бригадирует мне пизда. Да, да, да. Я его пытаюсь отвести. Есть промышленник. Ладно, проебал. Пробую голема отобрать назад. Застраивай шахту. Выкупай город. У меня уже нихуя нету. Лесов или чё? Вообще нету. Нулям всего.
У меня уже и линию обороны проломили, все нахер. У меня такое ощущение, что с моей стороны дохуя слишком големов. Ну это он собрал. И 6 пушек с моей стороны, типа, здравствуйте. Собрал, да. Иди, принимай их. Химический бригадир, блять. Он, скорее всего, съебался. Нет, он не съебался. Он на него натравил паука. Огромного. Вы вовремя перемирие дали. Слышь, бригадира, не трожь. Если стан есть, то четко. Вообще войска есть, кому хил давать? Или, конечно. Чпенка. Все, уже разъебали. Их. Зафокусите, пожалуйста, этих. Сейчас кинемся. Станчик можно стать. Хороший такой. Этот станк. О-о-о-о-о. Хороший просто, красава. Пиздец. Конечно, нет. Хуёво то, что... Ты юзай эти турельки. У тебя пехота давит всё. Ну, чё есть. Что у меня лимит вообще ни хера нет. Откиньте пару соток голды, а. Ебать. Как он в наглую просто пропёр синий. Вина не сможет. Скорее всего. Думаешь, сможете отбиться? Ничего. Рой, у тебя есть ресурсы на молодые? Пушку понесет.
кто отбивается, да? Я эти, блядь, казармы перевел на твой фланг. Вот, на несколько минут. А попытаюсь установить себе численность войск. Он захватывает город у меня. Нет, странный город тоже сливается никакой. Хотя это повел, потому что не придет. Пиздец. А с 9 минуты все еще хуже, чем в прошлый раз. Да он в это время где-то уже фан. Ну, лучше центр пришел. Супер. Зай. У тебя войска стоят. Понял, короче. Колды нету. Нет, у меня предел слоев сухуевости. Ты бы вместо Левиафана лучше пушку сделал. Где ты ее уже сделал? Да, я не вижу. Я там хуйня в ту батю оставил. Он её так ебал. Мама, мне пизда. Корт один отбил. Я закинешь сюда яду? Яду? Я МКДС. Я яд уже по своему флангу. Я отбил город. Все эти стоят. Он опять ходит, наверное, вкусно. Сколько с этим? У меня бригадиры все-таки захерачил, да? Пиздец, у меня вообще этих рудокопов нету. Я тебе там показывал, что они стоят. Ну, у меня ресурсов нет, чтобы их производить в этом дело. Ну, перетащи их, блядь, я же показываю. Нету их там? Ну, а, это зеленые стоят. Что это скинешь? Так лучше бы мне этих создавал мне, потом их перекинул просто. Делай. Ну, снова не пойму. Так, бригадир у меня живой, отлично.
А. Че? Хуйня вышла. Все плохо, да? Он мне опять снес все. Блять. Бать хуйня, сука, блять. Да, согласен, дракон на 3 бот. Я разбить эту факторию не могу. Заебал. Отойди, хилси, отойди, блядь. Надо город застраивать, конечно. А что? Он тебе пушку ломают. Я знаю, чувствую. Ну, кстати, это же гранат, он свой фланг вроде сдерживал, да? Это вроде и не прет нихуя. Да, пиздец, все. Гри. Че, опять, блядь, 4 минуты еще выиграл. Отводи джиггернаут. Тем остаться. Чини вот эту херню. До сих пор где-то вторая крепость. Че? Ничего интересного. У нас 40-й вроде победа, так что время-то есть. Застраиваю вроде последний город в военном районе. Там по-другому стоит. Сволочь. Это я сейчас собираю. Не, не успеет. Не успеет, не успеет. Передай зеленому вот этот город. Какой? Вот этот. Че тут? Ну я походу не успею. Че? Я с последним городом теперь? Да, это единственный из города. Бля, я просто думаю. Что да. Это такое? Вот это вот. Он беспан. Я не знаю, что. Хорош. Ну, все равно пизда. Типа, и справа, и слева. Смотри, 40 секунд осталось.
9. Он сейчас просто аннигилирует весь город. Все, я сдох. Они захватить не успеют, если кто-нибудь. 20 секунд. Хуй знает. Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три. Сука, а где еще город? А вон зеленый, не видел его. А, нет, там захватывался, сука. Хорош, да? Сука, блядь.